Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Такие люди живут среди нас. Те, кто может убить за то, что с ними не поздоровались, и кто идет в тюрьму, как на праздник. Одним из таких уникумов был Юрий Гусевский, который недавно краевым судом приговорен к пожизненному заключению. После вынесения приговора, казалось, с облегчением вздохнули потерпевшие сам Гусевский и его родственники, которые на протяжении долгих лет жили в страхе. Гусевский же после того, как судья огласила приговор, улыбнулся и вроде бы был доволен исходом дела. Каждое слово в обвинительном приговоре Гусевский как бы подтверждал кивком головы. Что резал, что пытался убить, что грузил трупы в машину, которую потом сжег. Как будто он волновался, что судья что-то забудет, упустит какие-то важные для него кровавые детали. Хотя Гусевский вину свою не признал и показания давать отказался. Наказание, назначенное в виде пожизненного лишения свободы, является справедливым, соразмерным, совершенным им преступлением, в том числе особо тяжких преступлений. Тем не менее, согласно показаниям свидетеля, которые совсем не противоречили друг другу, суд установил, что в мае 2014 года Гусевский распивал спиртные напитки в одном из домов села Севяково. В ходе пьянки он поругался с одним из мужчин из-за того, что последний отказался с ним поздороваться, и убил, нанеся 18 ножевых ранений. После убийства он также решил убрать и свидетелей. Спящего мужчину он также зарезал ножом, а второго хозяина дома ему помешал убить внезапно появившийся четвертый участник застолья. Гусевский, угрожая двум оставшимся в живых мужчинам, вывез тела убитых за село на машине, после чего сжег автомобиль, предварительно вытащив трупы. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.